Названы самые распространенные ошибки при оплате парковки. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Подробности прямо сейчас. Одной из самых распространенных ошибок при оплате парковочного места стал неправильный ввод государственного регистрационного знака машины, сообщает пресс-служба ГКУ, администратор московского парковочного пространства. Также частыми ошибками стали парковки легковых машин на местах для грузовиков и оплата услуги после истечения отведенных на это 5 минут. ГКУ АМПП призвала водителей проявлять внимательность при парковке и проверять введенную информацию. Для удобства горожан в новой версии приложения «Парковки Москвы» с помощью функции «Изменить завершенную парковку» появилась возможность исправлять ошибки, которые были допущены во время оплаты парковочного места. Новую версию приложения можно скачать под названием «Парковки Москвы Нью». На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!